Так, Венера. Зараза, ветер. 20:22 по Киеву, 18 апреля. Что ж ты так? Не вовремя ветер, а ветерок. Венера сейчас, ну поставил я вручные настройки, минимум 1.25 выдержка, 8 диафрагма, меньше не ставится. ISO 1.125, засвеченность все равно никуда не исчезла. Резкость поставил на бесконечность, настроил, ну тут 77 миллионов километров, весьма близко к бесконечности, я думаю. Сейчас еще попробую поймать разок. Ну, пожалуй, это лучший вариант из всего, что я видел, по крайней мере, с мизерного этого экрана на Никоне, на фотоаппарате. Два дня мучений привели меня к выводу, что нужно ставить какой-то фильтр для того, чтобы это сияние отраженного света от Венеры, солнечного света, куда-то убрать. Пока это так получалось более-менее сделать только благодаря дымке и тучам над Харьковом, которые своеобразный фильтр создали, забрав часть света на себя. Да что ж ты. Убежала. Венера, Венера, куда ж ты бежишь? Затаив дыхание, дышать надо. Совсем немножко в кадр попало. Ну это какие-то надо движения, как у часовщика, микроскопические. Зараза. Вот так ушел. Красавица. 77 миллионов километров, а мы ее рассматриваем. Чудненько. Ладно, я думаю, достаточно. Вчера я снимал, немерено сегодня лучше не будет. Остались фотографии сделать, осталась фотография, и на том финишируем. Все, ничего уже не видно. Ладно.